Друзья, всем привет! Сегодня у нас речь пойдет о квадроциклах опять очередной. И мне попался среди наших ребят, которые катаются на квадроциклах, одна очень интересная и редкая модель, и я бы хотел про нее немножечко рассказать. Ну что, друзья, всем привет еще раз. Значит, к нам на обзор попала моделька Articat 650. Это достаточно старенькая модель Articat. К сожалению, год выпуска я не знаю, но очень интересно. В свое время Articat выпускали квадроцикл, но они делали, так скажем, свои, собственно говоря, пластики, всякие дизайны, и к ним, поскольку они не выпускали собственный мотор, они до сих пор их не выпускают, они используют разных производителей, здесь они использовали мотор Kawasaki 650 на карбюраторной основе, это V-образник, если не ошибаюсь, там 38 лошадиных сил. Вот такой вот он очень интересный. Система как у Kawa, то есть дифлока здесь, вот такой вот он выполнен. Unlock, система полного привода переключается здесь. Включение зажигания находится здесь, точно так же, как на Хондах. Бардачок. На самом деле, очень прикольный бардачок. Топливный бак с правой стороны, как на Kawasaki Board Force. Что очень интересно, у них изначально в штате идет вот такие вот замечательные подножки. Подножки вот такие идут уже сразу изначально металлические, вот с такой отличной, с таким отличным зазором, то есть грязь не собирается. Вот, единственный момент, значит, что у нас по этим. Блок предохранителя располагается в этой части, что в принципе не очень хорошо, но извините, все-таки эта техника была изначально проработана для сельхозназначения. Карбюраторная часть. Оккутатор наш самый любимый на Kawasaki. Располагающийся, так, с вами, в принципе, плюсами и минусами. Нижняя часть, повторюсь, защита, вот такая пластиковая изначальная, значит, сделана. Повторюсь, эта техника изначально была предназначена для сельхозназначения, не покатушек. Выход вариатора располагается вот в этой части, он достаточно высоко заходящий. То есть вот он где-то вот тут выходит. Розетка на 12 вольт, многие называют ее прикутель. Правильно говорит, ребята, розетка. Вот, блок, так скажем, панель приборов, поправлюсь, располагается в этой части. Она повзаимствована с моделей Kawasaki Brute Force 650. Все те же самые моменты по ремню, который раз в 100 моточасов загорается, здесь располагается. Вот фары галоген, то есть фирменный стиль Articat, сделанный а-ля Jeep Grand Cherokee. Угол въезда достаточно очень хороший сделан у нее, то есть под большим углом сразу же сделан изначально большие крепкие проушины буксировочные, что в принципе очень здорово. Защита рычагов идет пластиковая и, ну, пыльников, так скажем. Вот так это все сделано. Вот такой вот жирнющий радиатор стоит, большой Карлсон. Стоечки небольшие, приводочки прям совсем маленькие, тоненькие. Ну и размер квадроцикла тоже небольшой, но он очень мягкий, комфортный. Коробка переключения передач напоминает Articat. То есть вот такими с большими ходами. То есть если вы помните Kawasaki, то там простой ручеек. И вот как у WRP сделан такой момент. Ну здесь по блоку управления светом и двигстопа. Здесь так сделано. Большая ручка. Такая в стиле Articat сделана. По задней части, значит, у нас что? О, про передний редуктор забыл добавить. Передний редуктор прям Kawasaki. Kawasaki прям, ну, очень похоже. Вот, лебедочка располагается в этой части.
Мотор, значит, у нас из себя представляет, это совмещенная коробка с мотором. То есть это все достаточно очень надежно, хорошо работает. Но есть нюансы, все-таки этот мотор на никосиле, и он не любит перегревы. И если, как и Сузуки, и Ямахи Гризли, нанесен везде на цилиндрах никосиль. То есть надо будет в этом плане аккуратно следить за перегревом. Не любит эти моторы, впоследствии будет очень большой масложор, если это дело упустить. Вот так вот выглядит у него задняя часть по баку. Бак очень похож, что литров где-то на 18-20. Очень похоже, насосная часть у него располагается в этой части. В плане ремонтопригодности сложно сказать, как это. Задний редуктор похож на Кавасачи, но не Кавасачи вроде как. Если кто знает, поправьте меня, рычаги вот такие вот. По-моему, тоже похоже на Кавасачи, но не знаю. Выхлопная часть вот такая. Задний стоп-сигнал вот так вот. Уже идут такие хорошие брызговики. В целом, на самом деле, очень интересная модель, но есть одна большая проблема. Где искать запчасти? Вот у меня по пластику на этот квадроцикл остается большим-большим вопросом. А в целом, очень интересный, большой, достаточно большой просвет в этой технике. Реально очень большой, и он мягкий, очень комфортный, такой приятненький. Значит, рычаги у нас очень похожи, что выполнено на сайлент-блоках. Повторюсь, я такую технику впервые вижу, то есть мне доводилось не иметь дела. Ну, вот такая красивая штука. Made in USA. Вот как-то так. Здесь, смотрите, изначально уже сделаны всякие разные кронштейны для крепления какого-то оборудования. Так вот, интересная моделька. Такой вот старичок. При этом очень, очень интересно и так мягенько едет, комфортненько. То есть для простых покатушек, для прогулочных вариантов. Очень-очень-очень интересный вариант. Друзья, ну вот я попробовал рассказать, немножечко показать, какая из себя представляет моделька Articat. Вот так вот он выглядит. Цвет очень приятный, мне нравится такой цвет зелененький. Ну, как-то вот краткости вот так вот. Всем спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки. Еще будет много разной интересной техники. Всем спасибо, всем пока.